отнял бы сестры за солнце, могли бы его молить все сестры за круг и внутри молитвы на вазала. Там он для вас родился, вот эти границы, вот эти дяди, и из России, архаэлитические точки, и то в списке аргументов. А где я проживаю? Так, видите, кто из вами молитвы не зал? И это с левой стороны зал специально для женщин, для ограждения, заграждения, зал известный, но специальный для женщин. Кроме того, этот час для мужчин. Скоро будет здесь молитва пятничная называется. Вот этот полукруглый час, который внутри, это михраб, место, где стоит мулай, за которым стоят молящие. А, естественно, женщины стоят с левой стороны. И заметьте, это все было построено в 675 году. А окрестности, или остальная часть, была построена в 9 веке. И минарет сама, типичная для севера Африка, и стала быть как раз четырехсторонная и невысокого роста, поэтому часто мы видим невысокий минарет. Напомню, что в конце коридора третья колонна с конца, серединка, вот те колонны, которые идут как здесь, да? Третья колонна, здесь мы изображаемся крестом. Пофоткаемся, минут 15-20, здесь пофоткайтесь и перешел выход, хорошо? Проходите, пофоткайте и видите дверь, это арабеск, это дверь с тем примем, на дерево, как видите, на основе дерева.